А между тем многих муромлян интересует вопрос, а будет ли отмечаться сам Новый год в масштабах города? Или из-за пандемии праздничные мероприятия отменят? Как удалось выяснить в администрации округа, массовых торжеств в этом году не планируется. Однако это не значит, что Муром встретит новогодние праздники буднично. По предварительной информации, сотрудники муниципального предприятия благоустройства получили задание установить в Муроме 4 новогодние елки в парках Молодежный и 50-летия советской власти, а также на площади Прокуророва и 1000-столетия Мурома. Одну из первых установят главную центральную елку. Ее монтаж администрация округа планирует начать уже в понедельник. Здесь же возведут и традиционные горки. Кроме того, в сквере Ермакова будет организован конкурс новогодних арт-объектов, в котором уже по традиции примут участие трудовые коллективы предприятий, организаций и учреждений Мурома.